Финалистки шоу красоты и спорта «Супергёрл Спорт» приехали на фотосессию в стрелковый клуб «Калибр». Увидев «Фантом ТМ», влюбились в него и попросили для съемки. Компания «Bespoke Gun» предложила финалисткам и организаторам шоу пострелять из винтовки, а они, в свою очередь, показали результаты. Какие сейчас вы увидите? Ни у одной из девушек до того момента не было опыта высокоточной стрельбы. В челюсть ударит. Не ударит. А плечом больше нажать сюда, да? Вы ничего не делаете. Вы только прицельтесь. Раз, два, три. Та-та! Выстрелили. И пишется самостоятельно. О, боже, как круто. Давай третий раз. Третий финальный, потом работаем. Охренеть! Нормально, не надо. Я родила второго ребенка сейчас. Не драматизируй. Давай, вдох-выдох. Не отвлекайся, не разговаривай. Вдох-выдох. Отлично. Отдых одной. Хорошо. Все, палец. Да, это хорошо. Одна большая дырка получилась. Молодец. То есть пуля в пулю? Да. Это хорошо пуля в пулю? Это великолепно. Это великолепно, ребята. Ой, жена офицера как у вас. Слушайте, это вообще бесподобно. Это вообще какая-то штука прикольная. Это лучше, чем американский футбол. Блин, ребята, это вообще такой адреналин. Вы даже не представляете, девочки, садитесь. Вы же все ищите сами. Все, это, знаете, на неделю, мне кажется, не эмоции. Соответственно, у вас еще следующий, 1-2. А эту руку куда здесь? Вообще никуда? Самостоятельно. Вдох. Смотри, у тебя прям пуля. Еще одна пуля в пулю. Одна большая дырка получилась. На Савелла. Он настроен неправильно, значит. Мы все так, по диагонали вниз. Это он настроен так. Да? Это специально, да. Чтобы мы косили? Да. А то слишком нет, идеально будет. Он настроен так, чтобы вам точно прицеливание не разбивать. Да. То есть мне вторую руку где держать? Вот здесь получается? На подушке. Боксерам нужно все подробно. По траектории летит, что ли? Это сделано так. Если ты будешь целиться сюда и попадать сюда, у тебя один круг, 1-3, вот. Нормально попала? Я не знаю. Нет, я же говорю, не отрывай головы, никуда не разговаривай. Все, работай. Молодец. Одна к одной. Okay. Давай. Слушай, пулю в пулю. Просто не стоит. Да. Пулю в пулю. Вы просто даже не понимаете, вы сейчас показываете экстремальную группу. Чаровника, я равнее да. всех. Да. Лошары. У меня даже нет слов. Я из такой штуки никогда не стреляла. Это примерно так вот. Ты садишься, такая адреналин такой спрятан до головы. В голове примерно так же. Ну, я думаю, вы меня поняли, да, вот это на моем языке. Ну, это даже круче, чем... Я боюсь, сейчас она стреляет, я боюсь этого звука. И давай расслабься, тут уже скинь там напряжение. Вот этой груди неудобно. Отпускай ушко. Какие ушки? Просто руку отпусти. Как ты будешь наводиться? Предупредите, когда стреляет. Черная точечка. Там где-то их три. Нет, вот она одна черная точечка. Нет, одна черная точечка. Давай, ты подожди. Не на меня смотришь, куда? Наводись. Все, наводись. А ну засуньте обратно. Нет, ты сначала наведись, я тебя засуну потом. Все.
смотри, я говорю, в одно и то же место ты целишься. То есть вот сюда. Вот ты стрельнул вот сюда. Вот сюда. Молодец. Молодец, молодец. Да? Да. Это круто? Это круто, да. Вы поглядите, Лёнь! Настюха, что ты творишь? Нифига себе! Смотри, снайперы все. Это где ты? Ой, Лёнь! Ну, блин, на самом деле ты этого даже не замечаешь. Оно как будто вот... И как будто ты на месте, как будто ты даже не двигалась вообще. Тут не так страшно, как там. Тут, я тебе говорю, ты не замечаешь. Вроде как будто ты оставалась на месте. Это какое-то такое странное ощущение, на самом деле. Это очень круто. Ну, не так страшно. Это прям нереально, спасибо. Вот я тебе навелся прям... Какие у меня сил не хватает на ушки нажать. А нельзя ее сразу поставить? Ну так она после выстрела смещаться будет. Сразу пошел сюда, указательный, это прижимаешь. А левую руку вот сюда на подушке. Нормально? Че? Страшно. Страшно? Под огнем. Тихо. Под огнем сегодня на репетицию. Валька, соберись. Не позорься. Она там сознание не потеряла. А? Класс, да? Круто, очень круто. А, попал вообще отлично. Хорошо. У тебя пуля в пулю залетела. Прям молодец. Офигеть. Давай. Прям вы команду нашли. Ой, я так счастлива, вы не представляете. Не, реально пуля в пуле. Ой, круто! Все, под огнем. Молодец, это меньше 0,1. Красава. Молодец. Слушайте, это очень круто. Не передать вообще. Мне, если честно, мне было страшнее. Вот, я не знаю, как называется, вот то оружие, где мы стреляли. Да, пистолет. А сейчас как? Сейчас? Ой, классно. Надо было целиться куда, скажите? У меня вот сюда же работа. Да, я думала сюда целиться. Три в одну дырку. Три в одну дырку. Девять часов вечера, и мы не хотим домой уходить. Девочки, что в восторге домой? Нормально все. Анастасия. Классно. И кто победитель? А, молодец. Катерина. Работу нормально. Девочки, батька, победитель. Он не уладился. А так надо в пуле в пулю? А ты центр. А что это? Я в центре стояла. Мишеньки покажите. Какое место? Все. Оказывается, нельзя было голову поднимать. Какое недоразумение. Куда гляну, какое место? Последнее. Не прищало. Смотрите, это круто.